основной список упражнений, которые вы должны включить в программу для развития мышц спины. Середина. Низ и верх спины. Тяга штанги в наклоне обратным хватом. Низ широчайших мышц. Ромбовидные мышцы, середина и низ трапеции. Базовые упражнения. Рост мышц середины спины в толщину. Тяга штанги в наклоне. Вверх широчайших мышц спины. Ромбовидные мышцы, середина и низ трапеции. Базовые упражнения. Увеличивают все мышцы середины спины. Горизонтальная тяга в блочном тренажере. Низ широчайших мышц спины. Ромбовидные мышцы, середина и низ трапеции. Базовые упражнения. Толщина и детализация низа спины. Становая тяга. Мышцы, прилегающие к позвоночнику бедра и ягодицы. Базовые упражнения для спины и ног. Сила и объем. Тяга Т-штанги. Это упражнение для максимальной проработки мышц спины, так как именно оно в совокупности с тягой обычной штангой в наклоне обеспечивает максимальный рост широчайших мышц и увеличение их размеров и толщины за весьма небольшой промежуток времени. Вертикальная тяга широким хватом. Вверх широчайших мышц спины, трапеции и ромбовидные мышцы, формирующие упражнение ширина и масса верха спины. Трапециевидная мышца. Тяга штанги к подбородку, средние дельты, вверх и середина трапеции. Формирующие упражнения отделяет трапеции от дельт. Шраги с гантелями. Верх и середина трапеции. Формирующие упражнения поднимает и выделяет трапеции. Шраги со штангой. Верх трапеции. Базовые упражнения. Масса и толщина верха трапеции. Шраги со штангой за спиной. Верх трапеции. Формирующее упражнение утолщает верх трапеции и шею. Подтягивание на перекладине. Вверх широчайших мышц спины. Лучшие базовые упражнения для увеличения ширины спины. Тяга гантели одной рукой в наклоне. Широчайшие ромбовидные мышцы спины, середина и низ трапеции. Детализация и симметрия левой и правой половины спины. Горизонтальная тяга в блочном тренажере широким хватом вверх широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы середины и низ трапеции, базовые упражнения увеличение ширины спины. Вертикальная тяга обратным хватом. Низ и верх широчайших и ромбовидных мышц, формирующие упражнения, очерчивание и детализация широчайших мышц спины. Пуловер в блочном тренажере, стоя. Широчайшие мышцы спины и низ грудных мышц, изолирующие упражнения, детализация и форма широчайших мышц спины. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!